Добрый день! Сейчас мы с вами посмотрим лот «Обувь Европа Шоп». Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Так, начнем вот с таких вот чудесных босоножек. Здесь у нас подошва плетеная. Они замшевые. Это размер у нас 36,5 на танкетке. Дальше вот такие вот кроссовки. Размерчик у нас 44-й мужские. Так, сразу покажу. Вот такие есть еще ботинки. Так, 45-го размера. Теплые осенние на большой подошве. Есть вот такие кеды из искусственной кожи на тонкой подошве. 41-й размер. Дальше. Вот такие прекрасные замшевые туфли. Так, здесь у нас размер 38 написано. Из Испании к нам приехали. Кеды текстильные. Размер 41. Вот такие вот классные летние. Здесь у нас детская обувь, это 33 размер, такие как кроссовки кожаные. Прекрасные туфли нарядные на каблуке Дороти Перкинс, это у нас размер 37-37,5 где-то. Дальше. Вот такие вот босоножки Сабо, можно сказать, на танкетке, итальянские, размер где-то 37, не указан, к сожалению, размер не могу найти, 37 примерно размер. Дальше вот такие вот топотушки маленькие очень, как сандалики текстильные. С мягкой подошвой, домашние, это вообще прям для малышей, которые только вот начинают ходить. Вот такие вот босоножки, вот, на небольшом каблуке. Это где-то 37 тоже размер, 36-37. Дальше, вот такие прекрасные туфли на шпильке на тонком каблуке, 41 размер, лакированные. Здесь вот ремешок вокруг ножки застегивается. Вот еще одни такие же, как я вам показывала, босоножки замшевые. Это у нас 39 размер. Дальше вот такие мужские, скорее всего, ботиночки. Написано 7,5 размер. Если кто-то знает, что это значит. Ну вот, это, наверное, 42 где-то размер. Вот такие вот полуботинки кожаные, женские. 39 размер на каблучке небольшом. Дальше, вот такие текстильные балетки, 38 размер, маленький каблучок, совсем небольшой. Так, это у нас 39, наверное, 40 размер. Вот такие вот босоножки, тоже очень красивые. Посмотрите, какая здесь идет штучка замшевая. Прекрасные балетки, требуют ухода, конечно, стирки, чуть-чуть грязноватые. Так, это у нас размер 40. Вот такие еще есть, украшенные ремешками тут, 39 размер. Балетки
летние, очень летние, 37 размер. Посмотрите, какие шикарные. Здесь Саба. Вот, кожаные. Еще вокруг ножки у нас здесь застегивается. Это H&M. И размерчик сейчас найдем, наверное. 37 размер. Еще одни сандали на плетеной подошве. 38 размер. Текстильные. Здесь у нас детские вот такие прекрасные. 26 размера. Посмотрите, чудесные просто. Великолепные. Так. 41 размер замшевые на небольшом каблуке. Здесь такие тоже как балеточки. 40 размер кожаные. Вот, плетеные такие. На плоской подошве. Дальше. На танкетке. Здесь под пробку рисунок. Замшевые сандали. Босоножки 39 размера. Вот такие туфли. Квиз. На каблучке. 39, наверное, размер. Тоже. Вот такие вот классные сандали, кроссовки. Вот видите, сзади пяточка открыта. Здесь вот открытые места есть. Это 45 размер мужские. Туфли под кожу. Возможно, даже кожаные. 39 размер на каблучке. И вот такие замшевые еще есть на каблучке. На высоком очень каблуке. 39 тоже размер. Здесь даже, посмотрите, вклеены такие штучки, чтобы нога не скользила. Так, кеды текстильные, 39 размер. Они под замшу, но они такие, да, текстильные. Тонкая подошва. Кроссовки такие облегченные, 37 размер. Вот такие на танкеточке. Летние туфли, 37 размер. Освободим тут место. Дальше, детские сандали. Это у нас размерчик. Где-то 35, наверное. 34, возможно. Вот. Здесь совсем маленькие кроссовочки. Очень маленькие. Сейчас найдем размер. 19 размер, да. Вот. Очень малюсенькие совсем. Дальше. Вот такие ботиночки замшевые. Здесь у нас размерчик. Так, 23-й, вот, нашли, 23-й, вот такие вот с открытым носом босоножки, 38-й размер на каблуке небольшом, текстильные кеды на тонкой подошве, атмосфер, размер 39-й, сандали мужские, размерчик у нас. Размер 40. Здесь у нас 37 размер балетки под замшу. Дальше 34 размер ботинки, полуботиночки. Прекрасные, смотрите, здесь с бахромой. Очень хорошие для девочек ботинки на небольшой, не толстой подошве. Очень удобные. Так, вот такие ботинки. Женские, текстильные, но под замшу тоже.
39 размер на каблуке. Дальше бутсы футбольные. Так, где-то я видела размер. 40. Так, сейчас, секунду. Это Nike и размер 47. Вот такие кроссовки мужские. Размерчик 45. Вот. Дальше. Ботинки мужские. Прекрасные, кстати, ботинки. Большого размера. Это у нас... Так. Так. Пока ставим. Сейчас разберемся с размером. Здесь у нас 45 размер. Бутсы футбольные. Слушайте, это, наверное, где-то ближе к 50 размеру. То есть это где-то 48, 49, вот так где-то. Тут указан размер 12 вот на подошве. Но что это значит, к сожалению, я не знаю, как это перевести на российский размер. Но где-то 48 точно, по сравнению с 45. Видите, они больше, на размера 3 точно. Дальше есть вот такие сланцы 45 размера. Вот такие вот кеды Фила. Размерчик у нас 37. Ботинки 35 размера. Посмотрите, тоже какие классные. Сейчас на осень вообще очень классные для девочек. Вот такие ботинки под замшу осенние. Размерчик у нас 39, небольшой каблучок. Кроссовки Nike размер 39. Puma кеды кожаные размер 39. Вот такие прекрасные тоже ботиночки. Посмотрите, с шипами. И размерчик 36 это у нас на шнуровке. Вот такие классные осенние тоже. Вот. И вот такие вот 42 размера ботинки мужские. Подробную информацию о лоте смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.